юмор. Вы ошибаетесь. Юмора не будет вообще. Привет, Кристина, как настроение? Отличное. Ты болельщица? Да. За какую команду болеешь? Своего. Школа 28. 28 школа? Да. Много вас из 28 школы? Да. Вот. Да, там все это. Это твой друг? Да. Как тебя зовут? Вообще не сдадим. Почему? Да там с учителем проблемы. Какие? Арам Гардян, Арам Гардян. Наш учитель по русскому Арам Гардян, Арам Гардян, Арам Гардян. Из какой-то школы? 28. Как называется твоя команда? Тайло. Почему такое название? Ну потому что изначально история зарождения этой команды произошло. Что наши два любимых худрука, Эдуард Руменюк и бывший худрук Иван Сахаров, придумали эту команду. И нам пришлось в нее вступить. Сколько человек в вашей команде? Было 5, но сейчас из-за ухода одной участницы у нас 4. Давно вы участвуете в команде? Вот именно с таким составом, как сейчас, только этот год. Ясно. А до этого вот мы играли с нашим человеком-капитаном. Уже 3 года. Но не знаю его длины, поэтому не могу определить его площадь. Я должен сказать вам, что у меня была тайна, страшная тайна, и мне придется вам ее раскрыть. Знаете, что вам мой предмет никогда не пригодится. То хорошо дадите ЕГЭ. Так знайте, я вам врал, что эти две вещи никак между собой не связаны. Я должен признаться, у теоремы Фалеса действительно смешное название. Учить заставят! Команда КВН Стайло, спасибо!